4 двери. Не, пацаны. Тут пауки. Придется лезть в туалеты. А, еще тепленький. Блин, разбудили охранника. Владос, быстрее. Что такое? Помогите меня. Сейчас будет больно? Да. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Привет, вы писали, что мы должны вернуть Кова. И мы уже 2 месяца снимаем. Решили вернуться за нормальным Кобяковым. Мы надели инструментами. Что, Глентик, ты готов? Конечно. Надо его спасти. Кобяков! Пожалуйста, пацаны! Пацаны, я так рад. Я так рад. Пацаны, что делать? Пацаны, нужно бежать. Бежать как можно? Через вентиляцию. Пацаны, я тоже есть. Открывай. Дверь. Немножко осталось. Давай, 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 давай. Лещи, лещи, быстрее, быстрее. Так, да. Все, лес, полез, пошел, пошел. Тут пауки. Глент, но выхода другого нет. Быстрее, тик, я не могу. Эту вентиляцию вообще кто-нибудь чистил когда-нибудь? Мне кажется, нет. Челлендж. Кобяков, мы тебя решили спасти. Твой клон нас достал. Кобяков больше не тупил в роликах. Пацаны, спасибо. Делаем так много роликов. Вы узнали секрет. В 2 раза больше, и лайков нужно набирать. Ставьте лайки под это видео, а мы начинаем. Но она не открывается. Еще одна дверь. Так, 4 двери. Не, пацаны, это точно не там. Глент. Это обманка из скотча. Значит, 3. Ничего не слышу, может, замочную скважину надо посмотреть? Это комната! Нам точно туда, пацаны! Доставила под... А, пацаны! А. Давай, 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 давай! Логически. Для замка всегда нужен ключ. Шарики. И очень много теннисных. Типа, здесь никого. Внутри ничего нет. Уч-уч! Пацаны, я вижу начало тоннеля. Ты, быстрее. А, блин. Торопись, Влад. А, он прилипает к моим волосам. А, Владос, быстрее, быстрее. Пацаны, что такое? Помогите меня. Быстрее. Владос, сейчас будет больно? Да. Блин. Тоннель не полезу. Владос и не понадобится. Блин. Какие идеи? Я видел, герои разделяются, чтобы сэкономить время. Обязательно попадают в ловушку. Не хочу разделяться. Так, пацаны, выхода нет. Блин, Глен такой смелый. Блогер, и у него есть свой канал. Дарить подарок Гленту совместно с вами. Нажать красную кнопочку подписаться. Приятно. День рождения скоро. Он будет очень рад. Мы с тобой полезли. Так, ты туда, я туда. Вау, это что за щитки? Здесь нету, походу она автоматическая. Попробовать скрыть щиток. У меня с собой есть вот такие вот щипцы. Ребята, успех близок. Это клавиатура, давайте попробуем написать какую-нибудь команду. Может быть, старт? Разных проводов. Вообще ничего не понятно. Красный, красный, оба оголенные. Попытка, не пытка. Походу получилось, ребят. Так, что это? Мне кажется, что разделиться — это очень плохая идея. Что я вижу? Это вентиляция. Не проберешься. Это, по всей видимости, лифт. Кое-что проверить. Слышите, ребята? Останавливается на моем этаже. Ну как мне пробраться? Может, у меня есть какой-то инструмент? Клей, карандаш, нет. Так. Блин, ребята, это займет целую вечность. Что это? Провода какие-то. Так, есть идея. Пошло! Как я могу это использовать? Кто-то оторвал? Вау, вот это силищ. Итак, ребята, попробую обмотать. Решетка должна вырваться. Ну что, момент истины. Давай, 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 пошло. Новый ход. У
начинается наше приключение. Главное нигде не облажаться. Так, это что, библиотека? Тут книги. Меня больше интересует эта дверь. Блин, здесь ничего нет. Взломать, потому что у пацанов хоть что-то было с собой, как в фильмах. Возможно, понадобится логика. Она прозрачная. Ручкой написано какое-то послание где-то здесь. Выключить свет. Посмотрим. Смотрите, тут что-то есть. Жил человек. Так, это же Маршак. Возможно, нужно найти его книгу. О, мой дядя самых честных правил. Ведь недаром Москва, спаленная пожаром. Матова, нет, нам нужен Лермонтов. Но дверь все еще закрыта. Еще одна надпись. Это у нас Крылов. Ищем книгу Крылова. Маршак, Крылов, Лермонтов и Пуш. Я понял, это было кодовое слово. Ладно. Так, ладно. Так. Дверь я вижу. Походу, ребята, придется лезть в туалеты. Мало. Все. Ключа. Еще тепленький. А это у нас что? Я вообще не понимаю, что это. Ощущение. Слайм. Так, подождите. Попробовать вырезать дверь лазером. Давайте пробовать делать. Дверь просто так не открывается. Получилось! Вау. Я так понимаю, это кабинет начальника тюрьмы. Что у нас есть на столе? Документы. Опа. До сих пор спит. Значит, все идет в порядке. Вау. Комната. Вдохновили нас на это путешествие. Спасибо вам за то, что вы вообще пишете комменты. Буду читать все комментарии. Пишите, давайте там общаться. Мастер из Фортнайта. Водяные Майнкрафта. Как много пушек. Это не шутки. Нельзя отвлекаться. Я должен быть сфокусирован. Даже ребенок решит эту загадку. Теперь мне нужно выбрать подходящий бласт. Такого размера мне нравится даже больше. Ближайший. Но мне нужны патроны. А выглядит именно так. О, да, много патронов. Захвачу с собой. Открылось две двери. Мне кажется, свобода очень близко. Это было интересно. Я понял, это склад продуктов. А вон и дверь. Один эксперимент со школьных времен. Попробуй. Кола, уксус, сода, чайные пакетики. Так, для начала мы кока-колы. У нас есть уксус, мы его открываем. Добавляем. Берем чайный пакетик. Аккуратненько. Весь чай, который там есть. Он нам не понадобится. Засыпаем соду в чайный пакетик. Завязываем кола с уксусом. И пакетик с содой уже готов. Чуть-чуть ее уплотним изолентой. Вот этой конструкцией я постараюсь выбить эту дверь. Поворачиваем колу, растрязываем и... Как она бомбанула. Зато миссия выполнена. Ты тут? Да, я здесь. Владос, ты где? Тут. Так, мне нужно к тебе как-то пробраться. А я, короче, в тренажерном зале. Ребят, кто занимается боксом? Палка. Может взять ее? Чао. Ай, так, ребят, забью или нет? Иди, думай. Ребят, коч, он мне понадобится. Также у меня есть гантели. Ну что? Что? Отойди подальше от этой стены. Окей. Клиент, не получается. Вернуться в оружейную комнату. Оружейную комнату? Что? Сломаю. Погнали! Что делаешь? Глент, мы же в картонной тюрьме. Легко к тебе проберусь. Гениально. Владос, у меня уже начинает промокать. Рома. Офигеть. Жимы. Блин, за что это нас? Сейчас вернусь. Раник до сих пор спит, значит, все нормально. Не понимаю. Ребята, учитесь в школе и в университете. 4. Нужно осмотреться. Здесь какая-то красная кнопка. А, да, очень хочу. Владос, мне кажется, это будет ошибка. Что ты натворил? Надо выбираться, начальник. Выбираться, надо что-то делать. Пожалуйста. Так, назови веревку к решетке. Нам нужно вместе ее дернуть. Она треснула. Получилось. Бинты, вата, перекись вода. Дверь. Она опять закрыта. Окей, нужно поискать то, что может мне помочь. Это фонедоскоп. Не спрашивайте, откуда я знаю. Уква! Нужно скорее искать, чем открыть эту дверь. Перчатки. А, не, ничего. Так, бутылка, появилась идея. Что, если я возьму, от давления пробка просто вылетит. Блин, что это было? Что произошло с дверью? Пацаны, я бегу. Что это было? О, Кобяков! Пацаны! А что у вас за сирена там? Блин, разбудили охранника. Скоро увидимся, давайте. Мы почти вместе. Так, что делать? Делаем. Вы хотели мы вообще? А, срочно идите сюда. Давайте снесем колонну. 2, 3. А, 3.
Получилось! Свобода! Свобода! Теперь у нас нормальный кресло. Оригинальный кресло. Если это так, поддержите нас лайк. Вам понравился больше в комментариях. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Всем пока.